Большое внимание мы уделили перспективам развития рыбохозяйственного комплекса. Здесь особый акцент Виктория Валерьевна ставит на стимулирование внутреннего потребления рыбной продукции в России. К сожалению, сейчас у нас мы потребляем очень малую часть той рыбы, которую производим, которая ловится. В частности, на Камчатке в основном уходит на экспорт. И задача в долгосрочной перспективе стимулировать внутреннее производство, обеспечивать наших жителей качественными рыбными продуктами, стоит как приоритетная в повестке вице-премьера. Со своей стороны я предложил, чтобы Виктория Валерьевна тоже поддержала нашу инициативу, потому чтобы больше нашей качественной рыбы было доступно в детских садах и школах. К сожалению, сейчас требования СанПинов не позволяют руководству детских садов и школ использовать в питании нашу качественную рыбу, даже если речь идет о рыболовных поселках. В результате мы кормим всю страну рыбой, а наши дети питаются либо колбасой, либо привозными продуктами с материка, что, конечно, не способствует здоровому питанию и развитию правильных пищевых привычек. Сейчас я буду с соответствующей инициативой обращаться, чтобы нашу здоровую, полезную пищу мы могли детям направлять и тем самым и здоровье укреплять, и в перспективе формировать спрос на нашу продукцию, здоровую, полезную и очень востребованную во всем мире, но, к сожалению, недостаточно употребляемую на территории Российской Федерации.